Любители табака со всего мира, как и каждый год, съехались в Гавану на 18-й международный фестиваль сигар. На завершающем гала-представлении в субботу присутствовали 1200 гостей. Помимо традиционных мастер-классов по сворачиванию сигар, правильному их курению, подбору к ним рома и других напитков, всех желающих научили, как отличить оригинал от подделки. Куба – крупнейший производитель сигар в мире и экспортирует в год более 150 миллионов штук. И это только официальные цифры, не учитывающие, сколько выкуривают сами кубинцы. Состоялся и ежегодный аукцион хьюмидоров – шкатулок для хранения сигар. Организаторам удалось выручить за них 865 тысяч евро, которые, как обычно, пойдут на нужды кубинской системы здравоохранения. Еще 320 тысяч евро были выручены за продажу лотов элитной продукции, в том числе эксклюзивной партии сигар «Каиба 50 Аниверсарио». Еще одним удовольствием была музыка известного кубинского пианиста Чучу Вальдеса.